приехали первый раз на природу с Чучей. Где он? Вот он, вот он, вот он сидит, сидит, Чуча. Поели fish and chips, я не успела снять. Все съели, пардон. Мы поели, теперь Чуча ест. Взяли ему корм. Покушал. Не взяла вот эту. Поел. Молодец. Еще не все. Посмотрите, какая красота. Как Чуче нравится тут все. Чуча проснулась, новый день. А какая красота. Какая мама красивая. Чуча, да, скажи. Быстро, быстро за мной все. Чучечка, чучечка. Цветочек какой. Маленький. Если вот здесь спускаешься, такое красивое место, можно рыбачить. Рыбаки тут. Тима порыбачит немножко, он взял удочку. Поймает нам ужин. Там вот ресторанчик, такие лодки красивые. Люди приезжают и прилетают, и приплывают. Дольче Вита. На камушке на Марсе. Алексей обнаружил в кустах баночку кваса, желтая бочка. Признавайтесь, кто забыл? Не распечатанная. Вернем. Куда, говорит, ты пошла, мама? Куда пошла? Без меня. Без меня. Копченый латте. So it's coffee and what else? That's coffee. Леня, smell. Oh, wow. Face. Okay. Very nice. Let's try it. It's very unique. Не слышал. Заходит. Вот цветочки, понюхай. Мама любит цветочки. Когда ты вырастешь, можешь маме дарить цветочки. Угу. Понял, Чученька? Соскучились друг по другу. Чуча гулял. А Элвис его ждал. Да? Элвис. Не хочется его поднимать? Не, пусть они полежат, а потом мы чуть-чуть помоем лапики. Протрем. Спасибо. Так, у меня вообще сейчас... мы с мамой ходили в Виннис, такой магазин. Ну, знаете, куда сдают всякие вещи. Как барахолка. И я уже на кассе увидела вот это. И не поверила глазам своим. И Сен-Лоран, шампейн, когда-то у меня был, продала. И вот сейчас хочу открыть. Уже не могу дотерпеть до дома. Сейчас открою. Ну, все идеально, аромат идеален. Полный флакон, но почему-то вот такая с надписью. Надписи нет. Не знаю почему. Но все наклейки на месте. Может быть, такая... Может быть, такая просто бутылочка. Тут даже у меня вообще версия вот с такой вот проволочный дизайн. Ну, я вообще в раю. Сейчас ацетончиком все это подмажу. И будет у меня снова шампейн. О,
Вот на этикетке, на слюде, как раз стоит еще маркировка Дэвид Джонс. Это местный магазин. Остальные цифры не знаю. Но вы, видимо, давно купили, потому что сейчас уже даже такую маркировку не ставят. Ну и вот здесь тоже все такое поплывшее. Вообще. Я в раю. Фонтанчик снимаю для вас на подспоинте. Такой символ подспоинта, такой район. Вот этот фонтан с мамой. Мамой. Здесь еще рядом с этим фонтаном вот такие указатели, сколько километров до какого места. Нью-Йорк, Бангкок, Москва, Оква. Вот так, Кейптаун. Такой классный дисплей с маслом. Супер. Гуляем. Скажи, мам, девочкам привет. Всем привет, гуляем. Солечка. Ищем интересные камеры. Кадры в смысле кадры? Кадры в смысле красоты. Чуча, пошли делать прививку. Пошли. Пошли на прививку, Чуча. Ну пошли. Ну пошли, да, пошли. Прививку. Пойдем. Веду его на прогулку, но это... Боюсь, опоздаем. Ложится. Обтирается. Я говорю, потом уже, Чуча, мы уже потом все обнюхаем. Вот, вот. Мы все потом обнюхаем, а сейчас нам нужно быть вовремя. Пошли. Чуча. А он говорит, ну, доктор подождет. Да, Чуча? Я считаю, что некрасиво опаздывать. Чуча, пойдем. Пойдем. Good boy. Good boy. Пришли, ждем. Ожидаем. Такая вот красивая у нас тут штучка. Ветеринарная клиника. Белые диваны. Все так модно, да, Чуча? Модно. Достала свои любимые лаки. Smith & Kult. Обожаю. Обожаю их дизайн. Очень, по-моему, красиво сделано. И всегда яркие, сочные цвета. Очень легко наносятся. Здесь у меня вообще один слой. Сохнут моментально. Ну, просто идеальные товарищи. Леса. Солнышко, да? Элвиса. Ты на солнышке?
лежишь и ушами шевелишь. Как хорошо. Бесюля.